китаянка пойдет чуть больше и затем одну попытку может использовать на мировой рекорд. Попытку становления мирового рекорда. Ух ты! Нет! Нет, я думал, это уже какое-то новое упражнение горшковое. Да, ну могла бы получиться такая красивая попытка, если бы все-таки сумела поднять. Ой-ой-ой, как бы не травма. Свело ногу, скорее всего. Прихрамывая, но сама уходит. Боязно мне будет сейчас смотреть на все на это. Говорят, откидывает просто ногу назад. На зубах, на зубах просто вытаскивает. Действительно, на зубах. Ну, вообще, конечно. Я Боже думаю, мой. Это последний подход кореянки на этом чемпионате. Ну. Да, олимпийская чемпионка Лондона показала свой характер. На одной ноге подняла буквально. И 155. Смотри, Юн Сим. Предположили мы, что не увидим Юн Сим. Ну вот каждый раз она появляется. Сначала уже думали, что после рывка мы ее не увидим вообще. Ну, она вышла и подняла 155. Ну это подход на второе место. Итальянка чуть далее будет второе. Слушай, я в шоке. Я просто в шоке от того, что вижу. Да. Пожалуйста, врачи, команды, тренеры, я не знаю, кто-нибудь, остановите все это. Да. Ну и самое обидное, что все-таки это не попытка на золото. Вот, прошу прощения, я выключу микрофон сейчас. Давайте просто смотреть. Это попытка занять первое место в толчке и в сумме. Раз нет, и закончила Рин Юн Сим свои соревнования на втором месте. Сумма 280. У нас уже все определено, кроме победителя в толчке. Пока Ольга Зубова лидирует, и сейчас будет попытка у китаянки Ю Кан. И в случае, если эта попытка будет